Во Владимирской области за сутки подтверждено еще 6 летальных исходов от коронавируса. По 6 человек мы теряем третьи сутки подряд. Общая смертность от новой заразы теперь 641 человек. Заразились коронавирусом еще 152, на 3 меньше, чем накануне. Общее количество зараженных теперь 22 593. В лидерах антирейтинга Владимир плюс 39 заболевших за сутки. На втором месте Гусь-Хрустальный 17. Третье место антирейтинга у Мурома 14 новых ковид-носителей. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 4818 случаев, Гусь-Хрустальный 2860, Муром 2458, Ковров 1662, Александров 1424, Петушки 1380, Вязники 1112, Юрьев-Польский 1111, Кольчугино 853, Суздаль 779, Собинка 760, Горховец 660, Меленки 566, Камешково 536, Киржач 531, Красная Горбатка 498, Радужный 304, Судогда 280. Случай. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 111, на 38 меньше, чем накануне. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 19 837.